Так, сегодня на серверах стартовал режим, специальный режим, который посвящается празднику Хэллоуина. Здесь мы имеем два танка, которые, в общем-то, ну, по большей части придуманы. Если это похоже еще на Сомоа или Б1, то вот это вот чудо, это что-то. Тут смесь и английской, и немецкой школы, и французской школы танкостроения. Это довольно веселый агрегат. Но мне как-то вот больше вот эта вот модель приглянулась. Режим продлится с 27 октября 2017 года до 9 ноября. Это режим ПВЕ, что довольно нечасто мы можем видеть в этой игре. По поводу награды, сейчас мы все увидим, все посмотрим. Режим достаточно интересен, он позволяет разнообразить игру. Ну, потому что реально каких-то нововведений, новых режимов, кроме там ранговых боев, очень редко мы что-то видим. И то они сезонные, и то не все могут поучаствовать. А этот режим, это для всех желающих. Танки эти выдаются, они бесплатные. Но на момент этого, этот танк почему-то игроков в очереди. Это желающих поиграть много. Ну, давайте попробуем режим ПВП. Итак, вернемся к нашей теме режимов. Интересных режимов, интересных эвентов, которые может поучаствовать каждый желающий без затрат, без вложения. И довольно фаново они не часто. Последнее, что мы помним, это был ивент с Тигром 131, где его можно было пройти, скажем так, ну, не напрягаясь там левой пяткой правой ноги. А вот весенний марафон, который был связан с танком Т-25 пилот, он был достаточно жесткий по отношению к новичкам и к слабым игрокам. Собственно, он их достаточно сильно угнетал. И, собственно, нужно было сделать не с одной с первой попытки все вот эти там попасть в топ-5, в топ-1. Ну, это реально нужно было вот часов 7-8 нужно было заморачиваться. Причем танки, это нужно было играть на тех танках, что сами игроки могли себе купить, позволить и так далее. Соответственно, если у игрока танк слабый, ничего не прокачано, а он просто, скажем так, никак себя и показать, проявить не мог. Об него там вытирали ноги все, кто хотел. И в общем-то, это было, ну, скажем, такое избиение младенца по большей части. Здесь же каждый может по меру своих возможностей, сил, времени поучаствовать, и никакой, скажем, принудительной обязаловки нету. Конечно, какие-то плюшки по итогу будут, но я думаю, что если кто-то решит пропустить этот режим, то, в общем-то, он ничего не потеряет. Лично я, скажем так, не буду там упираться до последнего, потому что, как видим, карта это переделанный Харьков, насколько мне не изменяет память. Ну и, соответственно, нельзя играть, ну, играть-то можно сколько хочется, но, скажем так, я не вижу смысла играть 12 часов, такой достаточно. Ну, режимчик такой, скажем, фановый, он для вот такого вот постоянного времяпровождения, он все-таки надоедает. Но здесь мы сыграли, видим, достаточно
скажем, неэффективно. Попробуем другой танк, возможно, это окажется лучше. Но все-таки интересно посмотреть режим за самого Левиафана. Ну, мы здесь можем смотреть 1,2 секунды сведения. Сведение быстрое, а разброс ужасный. И по меркам, извините, это у нас 8 уровень, элитный тяжелый танк. ДПМ просто, ну, катастрофически маленьким. Тигр 6 уровня имеет такой ДПМ. Да, собственно, это ДПМ уровня танков, наверное, будет 5 уровня. Ну, этот аппарат, конечно, поинтереснее. Он более точный. Ну, вот у него такое расположение башни. Вот это, скажем, Штейн, он, ну, не понравился мне. Этот агрегат, наверное, будет. Ну и, соответственно, можно прокачивать. Да, здесь все по-стандартному. Ну, мы, скажем, ничего брать еще не будем. Посмотрим вот так, как она будет. То, что мы могли наблюдать в первом бою, вроде все интересно, красочно, красиво, но быстро надоест, по моему мнению, быстро надоест. Потому что карта та же самая, она только немного переделана, те же нычки, те же места, которые простреливаются, оно, в общем-то, все соответствует практически к той карте. Скажем, концепция карты не поменялась. Потому надоест быстро. Ну, опять же, повторюсь, режим бесплатный, никакой обязаловки нету. Сыграть можно. Тем более, ну, все уже есть. Обновление было вчера. Скажем, при обновлении такое. Докачка фарма. Еще небольшое дополнение в событиях. Задачи события. Тут для Фрэнки они разделены. Ну вот, как бы ключевая цель — это сундуки, вот эти гробы. Там, скажем, саркофаги, да, саркофаги они называются. Ну и вот, в общем-то, здесь их нужно собирать, и все как понятно. Но дело в том, что долго включается режим. Будем ждать, пока время есть, может быть, завтра будет что-то лучше. Потому что большая очередь, то ли мало желающих, то ли слишком много желающих. И, в общем-то, в бою ожидания по несколько минут — это в лучшем случае. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.